То, что Америка хочет вмешаться в войну в Сирии, это, конечно, плохо. Это не по-джентльменски. Тут что-то я вижу ястребиное, вот бомбить, убивать, какое-то нацистское в этом. Вот. Видно, что Барак Обама, он не хозяин себе, что его кто-то толкает. Я подозреваю, что это промышленники, которые выпускают оружие. Им надо его куда-то реализовывать, продавать, им нужны войны, чтобы были в мире, вот, чтобы был рынок сбыта оружием, делать бизнес. Вот. Он себе, повторяю, не хозяин. Войну эту нужно, конечно, потушить, нельзя ей разгореться, потому что она может, начавшись там на Востоке, в Средней Азии, она может хлынуть во всем мире и иметь тяжкие последствия для всего мира. Вот. Поэтому войну в любом случае нужно остановить. Это варварство, это дикое средневековье, если начать бомбить Сирию, так же, как и другие страны. Все люди хотят быть счастливыми, здоровыми, и чтобы дети у них тоже были здоровые, счастливые. Это дикость, повторяю. Это надо вообще... Я, например, мечтаю, чтобы вообще война, слово «война» ушла в историю, в мировую историю. Ее никогда не было. Мне кажется, даже нужно подумать, сделать единую армию в мире, которая бы вот эти вмешивалась в конфликты. И там, если нехорошие дяденьки хотят сделать переворот в какой-то стране, чтобы они, эта армия воевала против этих плохих дяденек, уничтожая их. Только так их можно остановить. Вот. И я за мир во всем мире.